актрисы, которых уволили со съемок из-за скверного характера. Меган Фокс лишили роли в третьей части «Трансформеров». А все потому, что актриса очень нелестно высказалась о режиссере после того, как он попросил ее набрать веса и позагорать для предстоящей роли. Шеннон Доерти из-за постоянных выходок и скандалов была уволена режиссером из сериала «90-210». Но позже, благодаря отличным актерским данным, была приглашена этим же режиссером на главную роль в сериале «Зачарованные». Но и в нем Шеннон не было суждено долго проработать. Через некоторое время ее снова уволили из-за конфликта с Алисой Милано.